ты мне дверь выпилил! Если так съесть губы, герою кажется круче. Welcome to the club, buddy. Его хорошего. Скоро все изменится. Это событие перевернет весь мир. Мобильный гейминг уже не будет таким, как прежде. Или будет, а может быть, ничего и не перевернется. Во всяком случае, нам сегодня предстоит это выяснить. Поэтому здорово, мужские мужчины, за то, что я слил режиссерскую версию трейлера New State, не грех и кулакич с подпиской на канал шибануть. Собственно, тема сегодняшнего киноматериала – нечестная игра, читеры, читы и прочая грустная движуха, которая губит игры. Ты, наверное, спросишь, при чем тут PUBG New State, он же еще не вышел. Это, мой дорогой брат-брат, ты сегодня обязательно узнаешь. Также поговорим про будущее игры и про то, какой она станет через год. Ну и еще много какой полезной инфы черпанем. Давай обо всем по порядку. После выхода трейлера запуска разработчики провели онлайн-медиа-презентацию New State. Эта движуха идет где-то час. Лично я эту презентацию полностью пересмотрел два раза. Я почти что научился понимать доширакский язык. Это так вам к слову. Не будем носить розовые очки и пока что к словам разработчиков будем относиться немножечко настороженно. Вернее сказать, давайте не будем завышать ожидания. Так вот, этот Брюс Ли утверждает, что PUBG New State станет самой прорывной игрой и графони в ней будет охренеть какой реалистичный. Real life. Тут очевидно вырастает первая проблемка. Она не относится к боярам с хорошими сотиками. Как играть людям со своих калькуляторов и домофонов в новое чудо? Тем более, разработчики сказали, что будет три вида API. Не пугайтесь, это наоборот хорошо, ведь API-шка взаимодействует со смартфоном и предоставляет весь допустимый функционал в игре. Естественно, здесь нужно не забывать про технические характеристики самого телефона. Не буду углубляться в подробности, а то программисты меня с ссаными тряпками забьют. Грубо говоря, эти штуки хороши для оптимизации. Телефон автоматически выберет, каким API пользоваться в игре для лучшего результата. Тем более их там три. Выбирай не хочу. За этой технической новостью последовала еще одна. В игре будет такая крутая оптимизация, что можно будет играть на Samsung Galaxy S7, на iPhone 6 и даже на Siemens C65. Хотя что-то тут не сходится. Скорее всего, на Siemens только и можно будет играть. Как ни странно, таким смелым заявлением можно и поверить, ибо на релизе игра будет максимально легкой и она не будет перегружена скинами и картами и прочей движухой. Кто играет в колду, шарит, про что я говорю. Если так и будет, то это ништяк, ибо не у всех есть возможность приобрести себе более-менее нормальный телефон. Следующий Джеки Чан рассказал про главные преимущества нового PUBG. Это геймплей и оружейные фишки, практически полностью повторяющие ПК PUBG. Например, будет фишкарь со слоями скинов, который позволит надевать обличие, состоящее из нескольких частей. Ёбаный рот! Ну вы поняли, для чего это сделано. Обещают проработанную баллистику, как говорят разработчики. Разработана новая механика стрельбы, которую ты на изи озвучишь, а вот мастером хрен станешь. Анимацию персонажей и игровую физику с большого PUBG адаптировали под телефоны. Теперь всякую хрень на дороге можно сбивать и прострелы делать через всякие там материалы. Следующий дядька начал затирать про жили-были, что это за село и почему там все друг друга стреляют. Но важная инфа от него все-таки пролетела. Новый транспорт будет работать на аккумуляторных батареях. Батарея будет сильнее разряжаться, если вы едете в синей зоне. Получается, что
синяя зона — это некое электромагнитное поле, что ли? К тому же тачку можно будет использовать для схрона всякого полезного лута. И что-то мне подсказывает, что игруха будет похожа на какой-нибудь форсаж. Ну или на безумного Макса. А в любом случае, механика интересная, будем с ней разбираться. Также этот дядька сказал, что каждый месяц будет проводиться ребаланс оружия, и какой-то определенной имбы не будет. Разве что на сезон. А потом ищи и гадай, с каким ганом играть. Я думаю, что это правильно. С другими пушечками тоже надо как-то взаимодействовать. Кстати, помните про дронов-курьеров, которых можно вызвать за бабки? Также можно будет скидываться с товарищами по команде и покупать более дорогие предметы в магазе. Единственное, что... В играх с рандомами это будет, наверное, сделать сложно. Допустим, монеты вы внесете и товарищам подсобите, а когда потребуется хелпа вам, рандомы покажут вам Барсика. Я так и предвижу эти переговоры в групповом чате. Но больше всего меня интересует фишка с вербовкой противника. Допустим, ты зашел поиграть с рандомами в четверке, но кто-то отключился, потому что пошел делать уроки, и вот уже в скваде осталось 3 игрока. Если ты нокнешь противника, то ты сможешь его поднять, и он займет пустующий слот. Но это при условии, что он согласится. Вроде бы механика интересная, я бы ее назвал переобув мув. И для команд, у которых рандомные темы это отключились из катки, это крутой шанс, чтобы занять топ фулл сквадом, но можно обойтись и без вербовки противника, ведь за найденные бабки можно будет воскресить товарищей по команде. Такая механика будет дополнительно удерживать ваших рандомных тиммейтов в игре, ведь фишка со вторым шансом очень даже добротная. Теперь в команде игроки должны нормально друг с другом общаться, ибо неизвестно, как повернется матч и кто кого будет воскрешать. Такие механики это отличный шаг в сторону развития адекватного общения между случайными игроками. Своего рода профилактика токсичности и агрессии. Также разработчики постепенно сместят новую карту Трой, и все основные действия будут происходить на Эрангеле, которую немножечко переработали. Для ТДМки будет карта-станция, причем разработчики хотят в будущем добавлять какие-то приколюхи, присущие классическим шутерам от первого лица. Типа в CSGO в будущем мы сможем в PUBG поиграть, пока немножко не ясно. Постепенно карты будут переноситься из ПК PUBG в мобильный. Игроков постоянно будут удивлять контентом по типу новых sci-fi пушек, либо пушек из PUBG, модули новые на эти волынки будут выходить и баланс оружия обновляться, про который я уже говорил. Для киберспортивных мужчин будут проводиться онлайн-турниры в конце сезонов. Всего лишь нужно апнуть вот эти ранги. За участие и победу какие-то ништяки будут давать. Один рейтинговый сезон будет длиться 2 месяца, после чего последует сброс. Еще больше приколдесов и сливов можно узнать в самой лучшей группе ВКонтакте по PUBG New State. Только там самая актуальная информация и инсайдерские вести. Между прочим, скоро конкурс на Royal Pass будет в честь запуска PUBG-уса, так что не пропусти это событие и с вертушки ныряй по ссылочке в описании. Читеры. Люди, которые в большинстве своем питаются вашими эмоциями, они хотят поджечь вам задницу, чтобы ее свет был виден с Марса. И, к сожалению, управу на них могут найти только разработчики. Я думаю, многие натыкались на ролики с использованием читов в мобильном PUBG. Меня больше удивляют челики, которые такие движухи еще и стримят. Читы — это отдельный вид бизнеса, который, по всей видимости, неплохо приносит, ибо есть спрос. В основном читы оформляют в виде подписки, условно говоря, на месяц. Если понравилось, хочешь еще, то плати. Тем самым челы, которые разрабатывают эту дресню, получают постоянную оплату от оленей, которые юзают эту софтину. Не так уж и много причин, почему люди играют с читами. Они либо хотят порофлить таким способом, либо же они их юзают, потому что играть честно не получается, потому что вместо рук поленье. Читеры — это большая проблема любой игры. Мобильный PUBG в свое время достаточно натерпелся, но что же будет в New State? Ну, во-первых, разработчики на онлайн-презентации отдельный блок для этого выделили и рассказали, что они реализовали технологию защиты от несанкционированного доступа при попытке взлома игры. Также они прибегли к обфускации кода игры. Это когда исходный код намеренно запутывают всякими алгоритмами. Говорят, что прошлый
первые уязвимости мобильного PUBG они устранили, и в New State будет применяться схожая технология защиты, как в каких-нибудь банковских приложухах на сотике. Самая эффективная защита от читеров будет ждать нас в New State. Громкие слова, конечно, поживем увидим. Было сказано еще пару слов об эмуляторах и о подключении к телефону клавы или мышки. Эту движуху будут выявлять и банить. Про всякого рода триггеры ничего сказано не было, но коль уж игра будет распознавать устройство ввода, то я считаю лучше не рисковать. Самый прикол в том, что если вдруг в игре вы встретите подозрительного типочка и кинете на него жалобу, то через какое-то время вы узнаете результат по вашей заявке. Это прикольно. Намекнули разрабы и про то, что скорее всего читеров будут определять и ловить по железу. По крайней мере, в планах у них это есть. Не знаю, как они все это воплотят в жизнь, но хочется верить, что у них все получится. К слову, а ты что думаешь насчет всей этой движухи? Обойдут читеры стороной новый PUBG или там будет... Да и кулакич с подпиской зашибай, я угнал-погнал, жму руку, с тобой все это время был Огнецкий.